Валя из будки вышла. Доброе утро! Вы на канале Черничный хутор, где семья живет в лесу. Ну, как всегда, еще не знаем, чем займемся. Но должно быть интересно. Птицы заливаются с утра, ветерка нет. Хоть бы так целый день было. Супа будешь? Иди погладывайте, иди сюда, булька. Ну такая уже стрижная, такая классная, прям как я стала. Да. Аж скулит. Ты, я тебя не гладил месяц, думал, лишай у тебя. Цыпульки, на улицу идите. А вы на солнышко. Все гулять. О, и эти 9 цыплят, которые жили в домике и не видели волю, наконец-то вышли. Все, будете по свободе гулять. Кто там выйдет, Дима? Зинка, переворачивать на гектар ее. Ну вон. Свинки, пищалка, бочка. Пчелка нельзя. Получишь. Нельзя, пчелка. Уже ждет. Хочет мне Гриши блок поискать. Пошли. Коза в сеннике. Самая хитрая, потому что. Ты борешься.
Не Гриша почти обленял, а Шанелька даже не собирается. Ну, потому что хоть тот и тот стопроцентный дорпер, просто не Гриша уже взрослый, а Шанельке еще даже года нету. Поэтому у нее тоже еще наступит линька. Все, мы до вечера свободны от животных. Все зашли в электропастух, кроме Бочки. И вчера Бочка зашла, тоже заходила в электропастух, но ничего не ела. И сегодня тоже пошла, возле Валера собачьего легла и лежит. И вот что ей болит, как узнать? Вот нету аппетита, просто лежит. А сколько, интересно, сейчас теплица? Наверное, нагрелась уже до 30. Ух. Ага, до 30. Почти 40 уже. Надо ее срочно поливать. А что ты так торопилась копать? Копать и ничего не посадила? Не успела. Дни такие длинные, она не успевает, видите. Лежишь, наверное, на диване целый день, да? Сегодня посадим. Елочка, иди сюда. Надо сдаивать один сосок по пару раз в день. Я тебе сейчас надаю, и давай Бочки дадим. Но... Наблюдаем, кушает она или нет. Пчелка. Пчелка, это не тебе. Пчелка, иди так. Бочки оставь. Хватит с тебя. На хуторе жить-то надо оглядываться постоянно. Он лежит под... вообще без настроения лежит. Белка в электропастух не ходит, потому что у нее двое козлят. А ты почему не ходишь? Что с тобой? Почему не кушаешь ничего? На, молоко. Булочечка. На. Кушай. Ну и что? У нее за болезнь. У нас со свиньями ни разу, свиньи еще ни разу не болели. На, молоко. На. Бочечка. Бочка, вкусное молоко. Второй день ничего не кушает. И что ей поставить? Какой укол? О, молодец, травку тут тихо. Бочечка. Траву вроде кушает, да? Но. На молока. На. Это вкусное молоко Белкино. Оно полезное, я тебе говорю, я сам. Тебе для раз... желудка будет полезно. Не хочет ее. Дек. На, кушай. На. Бочка не хочет кушать тебя. Thank you.
Даю тебе, а тебе, белка, иди сюда. На, кушай сколько хочешь. Ты сейчас кормящая мама, держи. Пошли еще рыбу покормим. Не, белка, это не тебе, это уже рыба. Карпом, осетром. Весной нету ряски на канавах. Вообще ее мало, нету изобилия. Поэтому вынуждены рыбу кормить комбикормом и травой. Так, пошли травы им еще накосим. Я помню, Юра привез вот таких лещей. Они такие были вялые-вялые. Я их выпустил. Пару дней и сдохли, всплыли. Осетр пока ни один не всплыл. Значит, они все живут там. И вот так вот каждый день по чуть-чуть, и двор покошенный, и у амуров каждый день свежая трава. Это тоже эти куры мечтают вывести своих цыплят на улицу, но пускай пока две недельки еще подрастут, тут в безопасности. Тут вас хоть никто не съест. Мостик мы с вами так и не сделали. Зимы не было, чтобы на лед зайти и забить эти сваи. Снял только что с чердака москитные сетки. Скоро ж уже появятся мошки, комары, мухи. Надо их вымыть. Ты будешь вымывать сетки или я? Ты. А ты что будешь делать? Я окна помою. А ты эти окна будешь мыть? Ну, все там, где будут москитные сетки. Так можно или нет? Вот это на подоконнике пыльца. Цветение, видишь? От цветений, да? Угу. В лесу без москитных сеток вообще никак. Если кто-то на 9 этаже их не ставит, может там мухи не долетают, какие там комары, то тут обязательно.
собирают травку наши водяные коровы. Строили, строили, строили и, наконец, построили. Теперь каждый день уборка, чистка, наведение порядка. Все, дом от насекомых защищен, кроме этого окна. Сейчас и на него закажем москитную сетку, и все будет. А на двери нам писали все время подписчики, купите какой-то агит от мух. Типа намажете, и месяц их не будет. Я что-то ни в одном белорусском магазине не нашел это средство. Вот я запомнил его, потому что его часто писали, все, агит от мух. Типа такое чудотворное намазал, и их даже на дом не садится. Может, еще поищем. Идем нашу свинку уколем антибиотиком тилозином, уколем витамином, а козлят и белку тоже витамином и кальцием поддержим. Беременным и больным надо уколы колоть. Уже пару штук в инкубаторе вылупились. Не открываю, чтобы не тревожить остальные. Индюков уже сегодня два раза с погреба сгоняли. Походу семена разгребают и съедают. Цветов не будет. В этих витаминах есть и селен. А селен просто обязателен в нашем регионе. Так, это я белого уколола, да? Угу. Тихо. Белочке кубика полтора ей надо. Белка, в холку тебе не больно. Белка, иди сюда. Стой.
реакции, надо много в разные места. Полбанки закололи. Да, полбанки. Можно еще завтра остальное отдать? Да, и все? Да, да, можно колоть. Пчелка! Псик оттуда пошла! Псик! Я тебе дам, голодная! Где свинья? Она их половит, когда никого не будет. Да ну. Где свинья? Я не знаю. Пойду искать. Дима, она тут. Видишь, пошла в сарае лежит, да? Но ее надо резко и обманом. О, лежит. Плохо ей. А храпит. Давай ее. Ты же ее не удержишь никак. Давай, пока спит. Колочечка. Давай, давай, что ты? Так, что колоть ей? Все подряд и много. Вот, Дэвид. Ей уколем антибиотика. Чем-то, может, отравилась? Может быть. Что, булочечка? Булочечка. Вот, так она даже не почувствовала. Тоже. Так, еще и витаминчиков. Ну, свиньи у нас ни разу не болели, вообще ни разу за 3 года. Больно, что ли? Нормально все. О, ты что большой к малым прибился? Его не обижают. А не обижают. На, покушай, на. Чуть-чуть, покушай. О. Давай. О. Что-то ест, да? Может, она обиделась, может, еда невкусная. Блин, картошка вареная со шкурками. Богато на всякий случай перетянем. Ни Гриши силы не мерено. Пускай уже с дорперами, хоть их у нас всего лишь 2 штуки, но уже насколько легче, стричь не надо. Мы по дороге на Астрахань видели столько отар овец, но в основном все курдючные. Там сотни, тысячи даже пасутся. Не видел ни одного дорпера. В основном дальбайцы такие с жиром на попках. Все правильно, эдельбай – это овца для степей, которая запасается жиром, а мусульмане свинину и не едят, а курдючный жир им как раз.
Ну все, вот, вот это место надо засадить, и будет конец, и весь огород засажен. А что тебе осталось? Кабачки. Свекла. Тут будут расти перцы, поэтому сегодня сюда ничего не садим. То есть отмеряем сразу под тепличку. Вот плавает растение, видите? Его берешь, а на нем уже икра. Может карп, может карась, может плотва. Пускай плавает. Ты, Валентина, хотела расширить огород? Да. А что не расширяешь? Хотя бы столько же. Так все ж нормально, вот, вот это лук у тебя будет. Вот сейчас ты две грядки сделала, это свекла. Вот тут посадим, получается, огурцы, тут перцы. Все, что тебе еще надо. А цветы? Потом ты скажешь, можно с тобой на рыбалку? Я скажу, нет, иди огород поли. Я буду все успевать. Еще это ж сколько получается у вас много. Как эта курица столько примет? Но у нас другого варианта нет, только одна курица есть. Это ж какие они красивые будут, что у них вот с детства вот такие, даже на этом, на переднем пальце столько пуха. Неужели это которые из Гродно прислали, неужели они будут красивее, чем наши? Вроде. Проверим наш ножик. К нам сейчас едут друзья. Чем их будем угощать? Сделаем ребрышки на огне. То есть обычный шашлык. И закоптим рыбку опять. Какими кусочками они? Вот такими вот, наверное, сделаем. Будет отлично. Чуть-чуть капельку, так чтобы специи прилипали. О. Держи. Чуть-чуть соевого соуса. Лимонка. Французской горчицы, лайма чуть-чуть, специи для шашлыка. Все, пусть маринуется. Ну, я думаю, одного куска такого на человека объестся сразу. Хорошая рыбушка мясная. Thank you.
из всех наших кур на курчавую будут возложены самые большие обязанности. Она будет воспитывать почти 30 цыплят. Сначала на 10 минут подкинем их всех к ней в гнездо, чтобы она привыкла к ним, а не к ней. А потом перенесем их в отдельный домик. Разноцветные. Ну, в этом выводке такие все цветные, да? Ну, это потому что не наши. Это же мы заказывали в двух местах, и нам еще подарили в Гродненской области. Посмотрим, что будет, какие вырастут. Курчавая, выручай. Выручай, потому что брудера у нас нет. Ты должна всех воспитать их. Они все твои, да. Ты же лопнешь, деточка. А куда же они столько влезут? Твои. Все твои. А как же они так у тебя влезут все? Это все твои дети. Это все твои. Ты же их ждала долго. Вот, видишь, сколько у тебя их? Что она может думать? То уносили, то теперь назад приносят. Все? Нет. Еще вот трое есть. Бедная. Ну что, переезжаем? Давай, все, 10 минут я тебе не дам. Давай. Давай теперь сейчас назад я тебя забираю. Видишь, это все твои. Сейчас мы с тобой переходим в домик. Вот сюда их, видишь? Да-да, сейчас мы с тобой переедем с ними. Видишь, вот сюда их. Это твои все. Да, то у тебя столько много таких красивых. Все твои банды, вот. Видишь, какой? Твой такой, вот. Да, ну еще просто сюда у тебя их. О, видишь? И у тебя что, ничего не осталось, что ли? У нас все правильно. А почему ничего осталось? Потому что они все. Они здесь все. Вот они, видишь, здесь? Пошли. Вот так вот с ними вместе. Идем, это твои. О, видишь? Тут еда, вода есть. Идем. Никогда не думал, что курчавая будет такой послушной курицей. Ей, наверное, надоело сидеть на яйцах, уже хочет с детьми быть своими. Оп, у вас тут вода, еда уже есть. Оп. 3. Ой. Не могу их даже посчитать. Иди вот здесь. Десять. 13, 16, 19, 20, 23, 25. Все, 25 штук под ней будет. Будет у тебя 3 девчонки, будешь главным бараном. За мальчиков должны приехать, а за девочки уже не приедут. Сказал, что человек говорит, я, говорит, заболел, говорит, уже не могу. Короче, не знаю, как это делать. Может, кому-то нужна девочка? Вы лучше скажите, почему вы без своих девочек приехали? Я реально был настроен на футбол. В следующий раз. Давай-ка кружки неси домой. Заказали, ну, мы часто заказываем такие партии кружек. Вот только что баранчика отдавали, обязательно кружка в подарок. Это что-то...
О, это мы сегодня, знаете, на чем будем сидеть? Это на нашей... Подержите, пожалуйста. Это на нашей веранде. Это подушечки, чтобы на лавке сидеть было, ну так, уютненько. Это и посылка из Несвежа от Инны. Держите лимончик. Валь, ты такой цвет заказывала? Да. Ну, вроде льняное такое, да? Да, и шторы, да, такие. Ну, натуральный цвет, чтобы все было деревянное, льняное. Мне кажется, ты что-то еще спряталась. Если вспомню, достану. Так, планы на день у нас уже смещаются. Получается, должны были в футбик играть. Сейчас что будем делать? Два стол пошлифуем, рыбу половим. Шлифовка раз, рыба два. А закоптить? Ты знаешь, мы рыбу засолили вчера. Коптить три, шашлыки замариновали сегодня. Шашлыки сделать четыре. А вообще, мы последний раз сидим вот на лавках таких твердых. Нам то сырое, то нормально. У нас попки мягкие. А я тебе, наверное, вообще сырым мучаешься. Ёрзаю, да, постоянно. Сейчас успокоим. С Инной, мы и ее мужем, мы познакомились в позапрошлом году на рыбалке. Ух ты, как она получилась. Приятная такая на ощупь. На рыбалке. А в прошлом году они нам даже, мы оставили свои удочки на берегу, и они нам охраняли наше место вместе с нашими вещами. Инна ремесленник. Я, кстати, оставлю ее Инстаграм в описании. Там даже есть фотографии, где мы вместе. Я вам скажу, что Инна вроде ремесленник, но сделано все как будто... С завода, да? Производство какое-то. Материал качественный, посмотрите, какой. Дала даже запасных пуговиц там. Угу. Материал просто шикарный, да, Юр? Угу, приятный очень. Приятный, цвет классный. Юр, а это куда? Ты как думаешь? Кресло? Какое кресло? Трон? О, подойдет. Такое хорошее, такое мягенькое, такое качество, такое приятное, да? Я боюсь, что шторы мы поднайдем такого же цвета, но... Ну, почему именно такая приятная, что хочется на ней сидеть? Ну. Я, наверное, здесь и ночевать буду теперь. Идеально все, да? Так, как мы хотели. Мы, друзья, решили все-таки шторами здесь будем закрывать, потому что здесь солнечная сторона. И вот когда будет жарко, мы так хоп, будем опускать. А шторы будут висеть вот так вот на столбиках. А вот. Там будут жалюзи на окнах. Еще и жалюзи будут? Да. Вот про жалюзи это вообще я не знал. Ткань вроде как лен, но лен сам по себе жесткая ткань, а это такая мягкая, приятная. Ну, есть разница? Юр, как тебе? Класс, или так было хорошо? Класс. Супер, да? Класс. Со временем можно будет и диваны поставить. Я даже уже не хочу идти шлифовать. Так это ладно нам. Еще ж прислали для наших животных лежанки. Это вот именно больше всего на них и специализируется. Пойдем. Они как бы больше для животных занимаются этим? Что-то? Они когда-то занимались мебелью мягкой. То есть диваны делали, все. А сейчас вот она занимается, вот шьет такое все. Лежанки там для котов, для собак. Да, потому что ткань. Ой, какие они сильные, модные, и да. И такие тоже бархатные, такие мягенькие. Это для готов, для готов. Да, да. Плотная, мебельная. Класс. Смотри, какое тоже есть такое все бархатное, такое классное. Mm-hmm. Вообще супер. Смотри. Сам бы спал бы на таком, да? Handmade witch love. Класс. Юра, переведи. Молодцы. Это типа ручная. Ручная работа. Сделано руками с любовью? Да. Вообще супер. Пчелка с женой будут счастливы.
У нас уже, помнишь, когда мы такое прислали 3 года назад? Ну, за 3 года нас уже Джина затаскала. Ну, а тут... Тут уже не затаскаешь такое. И это можно стирать, я так понимаю. Это можно доставать, вот это вот, да? Да, да. Так как у Бульки было. Вот это достал и закинул в стиральную машинку, да? Да, да. Тут все, вот это вот все достается на молниях и стирается. И дно достается, да? Да, все достается. Мини-троны для котов. Я знаю, что давно не говорил фразу 10 из 10. Так вот, вот эти вот подушечки и котам лежанки просто 10 из 10. И на спасибо. Будем еще обращаться. Качество безупречное, все идеально. А если кто-то из подписчиков хочет, то тоже Инстаграм мы укажем. Можете подписаться, а когда надо будет, заказать себе. Сейчас будем, Юра, стол шлифовать. Заодно этот стульчик зашлифуем, да. Ну, на шлифон, чтобы покрыть маслом. Ну, может, здесь чуть-чуть не надо? Ну, может, мелко. Чуть-чуть, потому что он уже немножко, ну, здесь уже сидел для всех, кому не лень. А это кольцо называется. Лишнее кольцо. Это кольцо, это туда, помнишь, на стульчик? А где оно? У Юры. Помнишь такое кольцо? Ну, вот здесь, его надо померить. Видишь, он, такое он вот, ну. Оно ну, чуть меньше по диаметру. Красивое такое. А, ты не уменьшала еще? Нет. Ну, точно, было же кольцо, я уже и забыл, сколько воды утекло. Оно такую красоту придавало ему. Угу. Точно, я думаю, что-то он какой-то попроще стал. Думаю, может, потому что он не покрашен. Точно, кольцо же было. Угу. Я знаю, что еще купил? Все никак не доходило до руки. Тоже можно маслом... А нашел длинное? Да, 2,5 метра нашел. Потому что я не мог найти здесь 2,10 высота. И вот сюда, вот в эти уголки. В основном все продавались 2-метровые. Угу. Я вот полазил по магазинам и вот сюда, вот в эти углы, чтобы пену скрыть. Можно тоже будет отмерить. Ну, посмотрим, как по времени. Пошли сначала закинем удочки. Чужичков подкатай, да? А, я вижу, что это не попал. Животный кастрюль подожгли, пошли себе подожгем. Кажется, дождь начинается. Мы вчера в соль положили наших бершей и щуку. Сейчас смываем это и будем пытаться опять коптить, чтобы было по цвету золотистое. Все с кишками, чешуей. Беззубый с матушки Волги. И
щука с Волги. Мы в прошлый раз делали копчение рыбы по астраханскому рецепту. Ну, как бы была вкусная, но вот цвета не добились. Поэтому вот сегодня я хочу щепы взять в два раза меньше, чем в прошлый раз, и коптить не 40 минут, а 30. Вот столько всего лишь. И хватит. Все, засекаю 30 минут. Сначала тебя, я так понял. Меня можно потом. Холодно, капец. Холодно? Третий раз он обновляется. О, Саша с Викой едут. Привет. Заходите. Да, разрешаете? Привет. Я вас рыбой заманил, поехали, пошли сейчас в новом проекте разговаривать. Да, пошли. Рыболовы. Смотреть, чем ты нас заманивал. Нет, так что сейчас коптится уже. Сейчас шашлыки будем делать, так что вы не собирайтесь, все не так быстро. У мамочки мы примерно. Куда мы попали? Заодно Юра эти кронштапики покрасил. Угу. Но они 2.5 метра, а надо не 2.10. То есть 40 сантиметров можешь не докрашивать с самой плохой стороны. У меня есть финишные гвоздики, их на финишные гвоздики прикрепили, да? Да. Это получается 2 года назад ты на день рождения его подарил. Угу. И он вот в этом месте треснул, был на реконструкции. Очень хороший стульчик тем, что это полностью дубовый, ручная работа. Цельный, да. И самое главное, цельный кусок дуба. Юр, может, и хорошо, что он треснул. Красивее стал даже. Еще это кольцо Дима наденется, будет вообще стульчик дополнять, да? Ну. Красиво. Так ты, может, его опять забери под кольцо? Нет, я даже с кольцом приеду в следующий раз, примерно по мере. Ага. Я ни одной породы такого не видел. Посмотрите. Две мамы греют одновременно своих малышей
И два папы просто рядышком присели, наблюдают за этим всем. Пошли снимать судаков наши. 30 минут прошло. А тут еще шашлыков сделаем. О, светленькие, да? Светлее. Уже красивее, да? Все, домой, пускай остывает. Ух ты. Сочное все, да? Того, что с кишками. Вечером попробуем. Все, Юр, закончил? Все опять как новый стол. Глянь, ты попал даже. Гол! 1-1. Вот отсюда бей. Из 5 метров можно разбивать. Расстреливать меня. Малышульки такие хорошие, плюшки такие мягенькие, ушки. Тут плотно, в общем, стоит, но эту пену видно. Я хотел сначала вот купить вот такие уголки, ламинированный пластик. Но потом думаю, почему дерево бы не купить? Все-таки хочется все натуральнее. И вроде бы очень даже ничего получается, да? Финишным гвоздиком. Выше, выше, давай вот здесь. Угу. Юр, ну я скажу, что я очень доволен. 10 из 10, да? Да. Может, даже и хорошо, что я пластиковые не искал. И по цвету пошли. Нормально подошли, не видно. Теперь законченный вид появился. Все, кушать, пацаны, кушать, пошли. Все. Возможности совпадали с нашими желаниями, да? Как в том кино. А это что за рыба? Это только что коптили. Вот. Нет, так я понимаю, это акулы. Это берж. И щука. И щука. Нет, так это щука. Акулы. Смотри, вот, берешь вот так вот. Оп. Так это я видел. И кушаешь. На, это тебе, это мне. А мяско себе взяла мне. Бардзо дзинькуэ. Смотри, фишки удают. Кушай, на здоровье ты там взял. Кстати, даже кишки вкусные. Кушайте, я не буду. Она не у своей. Свои рыбы. Могу. Кишки, кушайте. Так что это за рыба? Берж. Берж. Сам придумал. Знаешь, скрестил ёж с лешом, получился берж. Молодец. Ничего. Ир.
Не, рыбка вкусная. Не, не надо мне, не, ну, я потом, может, не знаю. И на щуку, или щуку просто хочет. Начинай. Да, предлагаешь. Да, можно я тоже попробую кусочек стянуть? Или кусочек? Так бери целый. Не хочу вкусная рыбка, конечно. Я согласен, разнообразие большое, ты нам берж какой-то предлагаешь. Тут мясо, да? Короче, я точно знаю, что я буду теперь готовить вот так вот. Полчасика и хватит. Юр, как? Очень вкусно. Так, знаешь, как удобно. Обычно с рыбалки приезжаешь, такой убитый. И мы с тобой все время шли рыбу, почему ты все время мне пытаешься, да я, а я тебе пытаюсь дать. Ты уже, ты же приезжаешь уставший, надо кто-то, чтоб чистил, кишки вынимал. Что ты ее делал с ней? Вот тут просто в соль засыпал. На следующий день можно запечь, можно закоптить. И вкуснее даже, чем я теперь больше не... Ты уже понял намек, что он тебе больше не отдаст? Да, спасибо Астрахани за такой хороший рецепт. Рецепт называется «Рыбу не чистишь». Да, ну у них у астраханцев еще повыпытывать какие-то рецепты. Ну, поедем, повыпытываем. Как этот в фильме «Толстый» записывал, мы будем рецепты писать. Собирать рецепты. На Юра такой с красной лозой, помедленнее, я записываю. Плачешь, да, дома с нулевкой дуба снёшь. Дуба снёшь или покушаешь? Пожарите. Спасибо. Спасибо. Это было очень вкусно, особенно наша картошка. Ну все, встретимся через 2 недели. Хорошо. Я обманёшь? Не знаю. Постараюсь. У вас сегодня какой-то день бордовых машин? Машин не у вас, а у нас. Вы сговорились с Юрой? Конечно, сговаривались. Еще и бортовые куртки. Все, поехали. Ложи рыбки. До свидания. Счастья, радости. Саша строитель профессиональный. Мы уже с ним обсудили сегодня мелочи нашего нового проекта. Я думаю, еще недельку-две и все расскажем вам тоже. Все, последний гвоздь. Наконец-то! Наконец-то законченный вид. Что, Юра, осталось? Все уже сделано. Ну, вот. Да, получается, карнизы. Карнизом тюли, шторы, жалюзи и еще и уголок. Ну, у меня уже заготовка есть. Я потихоньку, время есть, я делаю. Подшлифовать его у меня осталось. Вот сюда, да? Угу. Ага. Ну, дубовый уголок я сделал. Только не узнать где. А вы куда собрались? Домой поедем. А удочки кто собирать будет? Иди удочки собирай. Ты ж на чём сказал, что я. Так пошли тогда, поможешь хотя бы мне палатку разложить. Спасибо. Я даже не понял, мы сегодня отдохнули или работали? Два в одно, как обычно. Вкусно поели. Мелания бедная посмотрела ролик, и получите вы леща от нее. Мы ей предлагали. Ну, пока. Пока-пока. Пока-пока. Я думал, не поедем. Ты, Ваня, наверное, тоже бери велик и едь отсюда. Все влезли. Двадцать пять штук. Рекорд наш. У цыплят примерно на 15-е сутки вырабатывается терморегуляция. То есть сами себя будут обогревать. Ну, до 15 суток будут еле-еле влазить. А там уже друг от друга будут греться. И я думаю, все нормально. Сейчас потепление. Все будет хорошо. Ну все, друзья. Счастья, удачи, любви.
позитива. Всем до свидания, пока. Пока-пока.